Что касается нашей безопасности, лучше меня здесь сидящие знаете, насколько сильна поддержка у нашего врага. Каждый день и ночь они укрепляют свою армию. Никакого диалога с Грузией не должно быть. Это наш враг. И даже мысль об этом недопустима. У нас есть вопросы энергетики, где мы совместно проводим работу. Не надо торопиться и бежать впереди поезда. С кем мы должны вести диалог? С теми людьми, которые с утра до вечера проводят учения и в голове представляют, как они будут высаживаться здесь, в Сухуми? Пускай признают нашу независимость. Пускай говорят о том колоссальном ущербе, который они нанесли нашей экономике. Тогда будем разговаривать. Кто-то ссылается на то, что есть уже какие-то отношения, есть торговля и так далее. Есть контрабанда. С этим тоже пора заканчивать. Есть у нас всех возможность сегодня сделать выбор. Или мы будем продолжать то, что мы делали все эти годы, и ожидать какой-то другой результат. Или же мы пойдем совершенно новой дорогой. Дорогой объединения, дорогой работы, эффективной работы. Дорогой, которая приведет нас к тому, что мы уже давно заслужили, к нормальной, спокойной жизни, где каждый гражданин на своем месте, спокойно, не опасаясь за свою жизнь, не опасаясь за жизнь своих детей, не переживая за своих старших, будет жить и созидать. Вот такое государство я себе представляю. И вот такое государство мы сможем вместе с вами построить. У нас для этого есть все. Еще раз повторю, самое главное наше богатство – это люди. Самая главная наша цель – это человек. Человек и его благосостояние, его внутреннее содержание. И здесь речь не только о экономике. Вчера шкуна абаси пшаичка разлышо уй алышу. Убри алышу харахунткара панге зыда псыхуам ака акни хабхедзой. Алышу ахикам и снайк ауадэрю пацюрцовой. И узимец бо азарока, тогда зам алиша и община едва.